парке Раздолье открылась удивительная выставка, на которой представлены предметы старинного быта. Сразу при входе в павильон – лошадка-качалка, которая привлекает огромное внимание гостей. Дорогая игрушка для детей конца 19 века. Ее покупку можно сравнить с покупкой велосипеда. А вот старинные санки. Без них не обходился ни один поход на горку, ни поход на прорубь, ни за дровами. В таких санях крестьянских детей могло поместиться 5 человек. Мы открылись буквально недавно, в воскресенье, и, вы знаете, идея родилась, просто у нас проект называется «Продвижение культурного наследия через визуальную картинку». И поскольку тут такая огромная территория, красивая, вот такой большой парк, воздух, и у нас родилась идея сделать вот такое погружение в прошлое. Следующая экспозиция – «Сахарная голова». Считалось, что такие производились в Венеции уже в конце X века. На выставке были представлены и коньки – одно- и двуполозные. Прикреплять лезвие к обуви придумал Петр I. Ознакомившись с коньками в Европе, он сразу понял, что они должны составлять с обувью единое целое. А эту пару, одетую по моде 1900-1910 годов, никто не смог обойти стороной. Забываем вот о таких простых вещах, которые, ну, в принципе, могут переходить с поколения в поколение и дать какой-то вот уже такой тактильный образ. После осмотра всех экспозиций гости для большего погружения в старину приняли участие в мастер-классе по каллиграфии и сделали надпись настоящим пером с чернилами на открытке прошлых столетий. Но в завершении экскурсии дружеское чаепитие. Гостей ждал ароматный чай из настоящего самовара на свежем воздухе. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».